Чеснок является достаточно популярной садово-огородной культурой у многих садоводов и дачников. Растение достаточно неприхотливо и хорошо приспособлено к росту в нашем климате, однако даже у него имеются слабые места. Сегодня мы расскажем, что нужно добавить в почву для активного роста озимого чеснока. Все дело в том, что корневая система чеснока слабая и плохо развита. Корни растения короткие и занимают малую площадь. В результате этого зачастую могут возникать проблемы с его выращиванием. Для того, чтобы вырастить крупный и здоровый чеснок с хорошим сроком хранения, необходимо прежде всего укрепить корневую систему растения качественной подкормкой грядки перед посадкой. Первый способ – засеять грядку чеснока сидиратами примерно на 15-20 дней до его посева. Чеснок хорошо реагирует на горчицу, поэтому используем ее семена в качестве сидирата. На 10 квадратных метров достаточно равномерно посеять 20 грамм горчицы. Второй способ – внесение на грядку 5 килограммов навоза, перегноя или компоста с последующим добавлением 500 граммов древесной золы на каждый квадратный метр земли. Если состав почвы кислый, то рекомендуем добавить 1 стакан доломитовой муки. Третий способ – применение специального удобрения лук и чеснок. Данное средство содержит необходимые чесноку питательные элементы, а также имеет достаточно долгую продолжительность действия. Используйте данное удобрение исключительно по прилагаемой инструкции. Помогая чесноку укрепить корневую систему одним из приведенных способов, вы обеспечите себя его богатым урожаем в следующем году.